Радостная новость для любителей секонд-хендов или брошенных пригородных дач. В нашем городе на улице Карла Либкнехта открылся первый блошиный рынок. Оксана Стяжкина съездила, посмотрела на этот блошиный рынок и даже кое-что себе там подобрала. А на улице Карла Либкнехта прямо во дворе дома номер 6 открылся рынок. Такое многообразие товара, даже не знаю, что выбрать. Может, это? Или это? Я бы с радостью забрала отсюда все и расчистила двор. Только вот это работа спецавтохозяйства, которое, похоже, совсем забыло о своих обязанностях. Это безобразие у нас около дома с марта месяца. Каждую неделю мы звоним, все говорят, на этой неделе вывезем, на этой неделе вывезем. Все безрезультатно. Даже сказала, все, будем уже принимать такие меры, что будем, говорю, жаловаться даже в мэрию. Ничего не действует. И осталась последняя надежда у жильцов этого дома хоть как-то подействовать на САХ, обратиться на телевидение. Как рассказала Татьяна Михайловна, таких проблем с вывозом мусора никогда не возникало. У нас, видимо, такой договор есть, что вот место как отвели специально для таких вот вещей. Вот окна меняют, двери меняют и как бы все вот в этот уголочек складывают. Все, и как бы вывозили всегда регулярно и нормально. Немножко мусора появится, смотрим, уже опять машинка пришла, все забрала. Но 3 месяца назад машина перестала приезжать за мусором. А здесь они говорят на то, что у них сломалась машина. Ну, сломалась машина, потом нам сказали, отремонтировали. Ну и что? Отремонтировали, где она? Ее до сих пор нет. У нас все больше и больше и больше. Видите, как наросло? Все жильцы ведь звонят, и никто, в общем, никакой реакции. Мы позвонили в САХ, чтобы узнать, когда же все-таки планируется вывести эту кучу мусора. Мастер пересказал ответ начальника. Да, он сказал, что все вопросы письменно ведет управляющей компании, с которой у нас заключен договор. Так комментарии такие не давать. Теперь управляющей компании придется в письменном виде спросить САХ, почему же они не выполняют свою работу. И, возможно, тогда спецавтохозяйство им что-то да ответит. Оксана Стяжкина, Игорь Волосков, программа «Вятка Тудей».